«Встреча трех поколений». На праздник были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Анапского сельского округа и военнослужащие. Поздравления и пожелания здоровья и счастья в наступающем году прозвучали от депутатского корпуса. Мы чествуем наших ветеранов, которые сегодня проживают в станице Анапской. Этот почетный титул «ветеран» многие заслужили, пройдя годы войны. Многие заслужили ветеран, трудясь по восстановлению нашего Отечества. Нелегкий путь прошли наши ветераны. И сегодня мы с удовольствием их поздравляем с наступающим Новым годом. В этом году мы подняли блок не только ветеранов войны, ветеранов-тружеников тыла, которые у нас записаны в нашем совете ветеранов, которые всегда находятся под присмотром и у врачей, и у администрации, и на контроле у соцблока. Мы в этом году еще подняли ветеранов образования. Те учителя, которые переехали сюда, они были безумно нам рады, потому что мы были у них в этот день единственными гостями. Также подвел итоги уходящего года и поделился планами на будущий год председатель Совета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Эдуард Мовян. А сделали очень и очень много. Наш округ, Анапский сельский округ, удостоен диплома и первого места в городе-курорте Анапа с премией 100 тысяч рублей. На этой встрече звучали песни в исполнении участников художественной самодеятельности Дома культуры, подготовивших праздничную программу. Гостями концерта стал любительский танцевальный коллектив «Супершанс», подаривший заряд положительной энергетики. А в заключение праздника Дед Мороз и Снегурочка вместе с гостями спели новогодние песни и подарили теплые праздничные пожелания.